Всем привет, ребята. Сегодня будем тестировать ноутбук в 3D Mark. Сделаем все тесты по порядочку. Сначала характеристики, что тут 3D Mark нам выписал 3 гига оперативки, там и прочее, видюха, проц, частота видюхи, 680 МГц. Нажимаем Run, я думаю, да? Run. Running Benchmark, Place Well, Collecting System Info. Что это такое, хз? Вроде загрузка пошла. Да, все. CloudGate демо. Не знаю, есть ли не демо. А если не демо есть, то она, наверное, платная. Дорого стоит. Не знаю, я в Steam взял. Там скидка была. Поэтому что бы не взять. Да тут еще демо почему-то. Так, сейчас телефон надо поставить. Тут у нас все белое. Ноутбук перезагрузился почему-то. Зе почему? Пошла перезагрузка. Ладно, сейчас еще раз попробуем.
Это опять обновление Steam. Поставил последнюю версию, нет, опять надо. Что за хрень? К чему опять обновление? Ну, что-то Яндекс выскочил. Зачем-то? Зачем мне Яндекс? Мне Яндекс не нужен. Странно. Почему-то ноутбук у нас перезапустился, хотя мы еще даже тест только запустили. ХЗ. Проверка установки. Вот такой ноутбук К50АД Asus. Я пароль введу. Сейчас. С телефона ввести нужно SIM-город. Ага, пришел. Ищи. Так, вот заходим в Steam. Сейчас запускаться Steam будет. Мы посмотрим. Пробуем еще раз его запустить. Так, 3D Mark запустить. ХЗ. 3D Mark 64-разрядная, Windows же нужно запустить. СТГ я заберу, давай. Давайте я защитника держу здесь.
Так, ну что, ребят, попробуем еще раз запустить. Вот на 12-й минуте я запускаю рум. Вот еще опять какая-то надпись. Сейчас посмотрим, запустится, нет. Может быть, опять в перезагрузку уйдет. После перезагрузки почему-то запустился тест, но FPS здесь 15, может быть даже и 10. Тут все фризит, ну как фризит, глючит. Сейчас посмотрим, что выдаст. Загрузка. Графический тест. Ноутбук довольно так нагрелся, 80-85 градусов где-то. Ну да, 6 FPS.